хорошо. Ребят, реально, работает вообще все. Толчок. Активно не стоим. Развиваем нашу взрывную силу. По интенсивности, отдаче и эффективности, я думаю, заменят любую тренировку в зале. Воткнули его в землю. Бонусом хочу показать. И вы почувствуете, как ваш пресс будет просто гореть. Начинаем. Итак, друзья, привет. Продолжаем разнообразие вносить в наш тренировочный процесс. Нашли вот такой вот булыжник и быстренько придумали с ним тренировочку. Тренировка состоит из трех частей по 5 минут в каждой части. По интенсивности, отдаче и эффективности, я думаю, заменит любую тренировку в зале, которая продолжается 1,5-2 часа. Итак, ближе к делу. Начинаем. Друзья, первая часть тренировки у нас продлится 10 минут. Будем работать следующим образом. Ставим таймер, 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Получается, соответственно, 10 упражнений. Ну что, я начну выполнять, и по ходу выполнения этой части тренировки буду какие-то советы давать. Ставим таймер и начинаем. Первое упражнение у нас — приседания с камнем. Приседания не классические, как со штангой, а вот таким образом. Берем камень, руки в замочек и погнали. 30 секунд приседаем. Спину держим ровно, выдох вверху. Бросили этот камень и отдыхаем 30 секунд. Отдых активный, не стоим, ходим. Можно ручки покидать, очень полезно. Спокойно дышим, восстанавливаемся, в общем. Такое восстановление будет гораздо лучше, чем просто стоять на месте. Второе упражнение у нас будет становая тяга. Классическая. Берем камень и выполняем. Выдох вверху. Далее мы будем выполнять тягу в наклоне, как в зале со штангой, только с камнем. Преимущество работы с камнем в том, что он неудобный, каждый раз берешь его другим хватом, прокачиваются мышцы-стабилизаторы, скрытые наши мышцы. В общем, мы становимся лучше. Начинаем. Спину держим ровную. Тянем лопатки. Далее будем выполнять толчок над головой. Не жим руками, плечами, а ногами толкаем и выкидываем вверх над собой. Развиваем нашу взрывную силу. Поехали. Взяли на грудь и ногами выталкиваем. Выдох. Опустили. Подсели чуть-чуть, выталкиваем. И через носки выходим. Вдыхаем 30 секунд. Далее совместим тягу. Взятие на грудь и толчок. То есть будем выполнять взятие и толчок. Как в тяжелой атлетике или в кроссфите со штангой. Работает абсолютно все. Начинаю. Здесь тоже камень нужно закинуть не за счет рук, а за счет толчка ногами. Руки просто держат. Закинули и толчок. Можно кинуть обратно камень. Спина прямая, ноги толкать. Сейчас поднимем камень над головой и походим 30 секунд. Статодинамическая нагрузка.
Опять же, все тело наше загружаем. От рук до ног. Начинаем. Взяли над головой и пошли ходить. Плечи тянем к ушам. Хорошо. Ребят, реально, работает вообще все. Кор наш, скрытые мышцы. Берем так же, как с приседаниями, камень. Делаем шагающие выпады или выпады на месте, если мало места. Начинаем. Взяли руки в замок и пошли. Или просто на месте. Толкаемся ногой. Вот это напряжение идет. Сейчас берем также камень, ребят. Садимся под 90 градусов в стульчик. И сколько можем стоим. Я думаю, 30 секунд будет проблематично, но попробуем. Начинаем. Взяли. Присели и сидим. Главное ровно держать спину, ребят. Хорошо. Все, делаем сейчас выпады назад. По такой же системе, как делали выпады вперед. Начинаем. Поехали, давай вместе со мной, ребят. Чуть-чуть осталось. Раз. Выдох вверху. В этот момент сильно напряжаемся. За счет передней ноги сзади. Ребята, осталось всего одно упражнение. В этой части тренировки, конечно. Дальше будет еще интереснее. Но легче, на мой взгляд. Бег с камнем остался. Просто бегать. Начинаем. Взяли камень. Можно так взять. И побежали. Просто бегаем. It's all about humanity. Поменяли, бежим дальше. Ребят, как вам эти 10 минут? По мне вообще отлично. Сейчас отдыхаем пару минут и переходим ко второй 5-минутной части тренировки с камнем. Отдыхаем. Ну что, друзья, отдохнули 2-3 минуты. Приступаем ко второй части, она будет длиться всего 5 минут. Будем работать следующим образом. Просто ставим без всяких интервалов таймер 5 минут. И в течение 5 минут выполняем всевозможные броски камня. Только обязательно убедитесь, чтобы вокруг не было детей, людей каких-то. Чтобы все было безопасно. Таким образом. Подняли. Кинули через плечо. Нашли к нему спокойным темпе. Восстановились. Взяли другим хватом там. Другим способом его кинули. Вперед. Опять к нему спокойно передвигаемся, дышим. Восстанавливаемся. В общем, смысл понятен. Сейчас я начну. Начинайте вместе со мной, повторяйте. Добавляйте что-то свое, пишите в комментариях, как бы вы улучшили тренировку. Ну что, начинаем, ребят. Засекаем 5 минут на таймере. Воткнули его в землю. Подошли спокойно, покружились вокруг него. Подошли, в бок кинули. Раз. До него пошли. Взяли с приседа, выталкиваем. Вперед, раз. Остановили, посмотрели, сзади никого нет, назад, ура! Смысл в том, чтобы взрываться и восстанавливаться, пока вы до него идете. В движении восстанавливаться. Взяли, снизу, выбросили его. Если камень позволяет, одной рукой его толкнули. Ну что, ребят, 5 минут побросали камень. Теперь бонусом хочу показать на тренировку.
на пресс разнообразный. Пойдемте. Если у вас на площадке есть вот такая, как это, рукоход или лестница называется. Засекаем также 5 минут. И начинаем. Смотрим следующим образом, ребят, выполнять. Прошлись. Сделали шаг руками. Подняйте. Боком. Перевернулись. Опять поднялись. Ноги. Перехватились. Задом. Ноги опять перекладины. Или колени. Неважно. Тут самый главный смысл постоянно менять хваты разными способами. И поднимать ноги или колени. И так в течение 5 минут, ну естественно не все 5 минут, это нереально. Устали, спрыгнули, чуть-чуть ручки встряхнули. Корпус и опять туда залезаем. Погнали. Раз. Бок. Колени подняли. Два. Хоп. Хоп. Другим боком. Три. Обратно пошли. Постоянно меняете направление движения. Четыре. Через одну. Раз, два, ноги. Погнали. Дальше. В общем, ребят, смысл такой. Делаем это 5 минут. И вы почувствуете, как ваш пресс будет просто гореть. И самое главное, он разнообразно нагрузит все участки. Низ, вверх, боковые, косые мышцы живота. Попробуйте. Напишите в комментариях, понравилось вам это или нет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. На Инстаграм программу тренировок я также скинул, копируйте себе. До новых встреч, увидимся.